День семьи, любви и верности официально стал государственным праздником в 2008 году. В нашем регионе его отметят торжественными мероприятиями как в самом областном центре, так и в селе Ласково, где по преданию началась история святых Петра и Февронии. Их история любви и по сей день считается эталоном прекрасного романтического чувства и супружеской верности. Всего в Рязанской области проведут более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. Главное торжество пройдет в торговом городке 8 июля. Я думаю, конечно, все мы вам сюрпризы рассказывать не будем, чтобы была интрига, но всех будем с удовольствием приглашать на этот праздник. Начало в 2 часа, это понедельник, 8 июля. По времени он будет разбит на несколько блоков, то есть в 2 часа состоится чествование семейных пар, следом будет регистрация брака. И в 17 часов награждение и парад многодетных семей. И закончится все замечательным концертом кавер-группы, который приедет к нам из Москвы. Бракосочетание в День семьи, любви и верности уже стали любимой датой молодоженов. Женихи и невесты считают ее сакральной и верят, что она принесет им удачу, а их союз сделает нерушимым. Присутствовать при рождении новой семьи – это всегда событие. У всех рязанцев и гостей нашего города такая возможность будет 8 июля в День семьи, любви и верности. Мы специальным образом не отбирали пары. Те, кто захотели участвовать в такой массовой торжественной регистрации своего брака, те, кто не побоялись поделиться своим счастьем с окружающими и своими гостями, увидеть даже совсем незнакомых людей. Таких пар, кстати, тоже 8. Молодоженов ждут поздравления от первых лиц региона, пожелания любви и верности от гостей мероприятия и, конечно же, первый танец влюбленных уже в новом официальном статусе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».